В столице Украины на подъезде к Московскому мосту автобус МАЗ, следовавший по маршруту номер 550, столкнулся с грузовым автомобилем. У общественного транспорта сильно помята кабина, выбито лобовое стекло. По предварительным данным, одна пассажирка, которая находилась в салоне автобуса, получила травмы. По другим данным, в больницу попали два пострадавших. Из-за инцидента на Московском проспекте в сторону Петровки образовалась двухкилометровая пробка. Обстоятельства ДТП выясняются.